посмотрим, какие каналы можно смотреть в 2023 году. Итак, начнем сканировать со спутника AMOS, это 4 градус. Выбираем частоты. Самые популярные, где идут открытые и бесплатные каналы. Итак, это частота 11140, частота и скорость, символьная скорость 30 000, поляризация H. Еще частота 11175, скорость 30 000, частота 12340, скорость потока 17900. Выбираем эту частоту. Также выбираем частоту 12296, скорость потока 45000 и вот эту. Нет, это не будем частоту, здесь сигнала нет. Вот эти 4 частоты, это самые популярные частоты на этом спутнике. Итак, нажимаем сканировать и посмотрим, какие каналы есть на этом спутнике. Вот сканирование пошло. Сейчас мы это все посмотрим, какие у нас здесь каналы. Потом пройдемся по каналах, посмотрим, какой сигнал. Ну, как мы видим, на спутнике AMOS поймалось 43 канала. Сохраняем эти каналы. Так, ну и давайте пройдемся, посмотрим, что это за каналы. И первый у нас канал — это АЦ Допомога. Следующий канал у нас первый — деловой. Дальше идет канал ЮА Закарпаття, это Суспільний Ужгород. Он кодированный в кодировке БИС, ключики, кому надо, можно найти в интернете. Следующий канал — Black Sea TV. Следующий канал — ICTV в формате SD. Дальше идет канал прямой, формат HD. Но здесь видим, рамка, он не работает. Канал Женева, это у нас здесь идет реклама. Канал UA Культура, но это канал называется Суспільний Культура. UA Донбас, это у нас здесь идут Суспільні Новости. Канал Караван ТВ, это у нас реклама. СТБ в формате СД, канал Тест, на Тестове у нас здесь ничего нету. Следующий канал — это у нас пятый канал. Дальше идет рекламный канал Натали. Дальше канал Миледи Телевижн, женский канал, но здесь очень много рекламы. Канал Прованс рекламный. Канал ICTV 2, очень интересный канал, здесь идут очень отличные фильмы, поэтому он недавно появился, поэтому можно настроиться, смотреть этот канал. Канал Тусо, я так понял, это рекламный. Новый канал, формат SD. Новостной канал News 24. Канал Эко ТВ. Также канал прямой SD. Дальше идет канал у нас Тест. UA Перший, это у нас канал Суспільний Перший. Канал UA Крим, это у нас Суспільний Крим. 12 канал, это уже у нас пошли областные каналы. Вот видите, 12 канал. Галичина, формат HD. Перший Західний канал. Рода HD. World Travel Mission, это религиозный канал Возрождения. Восьмой канал. Теле Всесвіт. СТБ формат HD у нас идет. ICTV обычный, здесь идет марафон формат HD. Новый канал в формате HD. М1 музыкальный канал. Дальше у нас идет М2 музыкальный канал, ОЦ формат HD и все. На данном спутнике вот такие идут каналы. Теперь мы просканируем спутник Sirius 5 градус. И первая частота у нас 11747, скорость потока 30 000 В. Потом частота 11766. Дальше мы выбираем частоту 12073, скорость потока 30 000 H. Дальше выбираем частоту 12130, скорость потока 27500 V. Дальше мы выбираем частоту
12284, скорость потока 27500 В. Потом выбираем частоту 12380, скорость потока 27500 H. Потом частота 12437, скорость потока 30000 В. Ну и все. Ну и давайте синей кнопочкой будем сканировать. Сканирую я тюнером SAT Integral 1319. Нажимаем сканирование и поехали. Так, вот каналы у нас пошли. Сейчас мы его это все отсканируем и посмотрим, какие каналы принимаются со спутника Sirius. Ну, мы отсканируем и кодированный, и не кодированный. Может, что открыто, может, что закрыто. Сейчас посмотрим все, что у нас поймалось. Здесь мы видим каналы побольше, как на Алмасе. Ну, если все соединить, будет неплохо. Очень много каналов. Видим, 106 каналов у нас поймалось. Ну, сейчас пройдемся и посмотрим, что же это у нас за каналы. Так, первый у нас канал — это Deutsche Welle English в формате HD. Дальше у нас идет Teletrack. Это у нас что-то кодированное. Канал Doom. Дальше идет пятый канал — Украина. Новостной канал. Канал Свобода, или еще называется Голос Америки. Канал Апостроф. Дальше у нас идет музыкальный канал Сварожичи. Дальше канал RC. Он у нас не показывает. Абуз ТВ. Он у нас обозначен как тест. Это обозреватель. English Club TV. Он кодированный, доступный в пакете, в платном пакете Viasat. 1+1. Это у нас 1+1 марафон. 1+1 Украина. Здесь идут фильмы. Это вернулся как обычный сериал. Ой, как обычный канал 1+1. Вот он уже идет. 1+1 Украина на частоте 11766. Можно его отсканировать и смотреть. Здесь идут хорошие фильмы и сериалы. Дальше канал Квартал ТВ у нас кодирован. Канал ТЭТ. Здесь идут мультики, сериалы, фильмы. Канал Плюс-Плюс. Тоже идут очень интересные мультики, можно на этом канале смотреть. Канал Бигуди, канал сериалов. Квартал Интернешнл у нас тоже кодирован. Канал 2+2, неплохой фильмовый канал, много чего интересного. 1+1 Интернешнл, он кодирован в ПИС. Здесь идет канал 1+1 Украина. Парамонт Камеди кодирован, канал Дача тоже у нас кодирован. 24 канал новостной идет открыто. Канал Фауна, здесь у нас природа, ну типа животных, типа Discovery, он у нас идет открыто. Канал Наука, научный канал тоже у нас идет открыто. Канал Терра, тоже это познавательный канал о природе, он у нас идет открыто. Канал Трофей об охоте и рыбалке открыто. Фильм Юа Драма, фильмовый канал у нас кодирован. 36.6 тоже кодирован. Никтун скодирован. Канал Унион, новостной канал у нас идет открыто. Канал Эпоха кодирован, это исторический. Канал Оверс идет открыто. Стар Синема кодирован. Стар Фэмили тоже идет кодирован. Канал X-Sport у нас идет кодировка BIS. Сюда просто нужно ключики ввести, он будет показывать. Канал Плюс-Плюс — это у нас мультики. Paramount Comedy кодирован. Канал Распакуй ТВ — это у нас реклама. Канал Унион новостной идет открыто. Канал Кускус. UA Travel. Канал Перший у нас идет открыто. Дальше канал Рада, новостной канал, открыто. Канал 1+1, это частота уже 12.073, это канал ЭТ2МА. Суспільне культура, ICTV,
СТБ, канал Интер, канал Унион, еще один Унион, это уже частота 12.130, идет открыто канал Эспрессо ТВ, новостной канал, канал ICTV UA, здесь идет марафон новостной, UA перший, РЗР у нас кодирован, канал Малютка, вот многие говорят, что Малютка куда-то пропал, среди частот, вот на частоте 12.130, скорость потока 27.502, можно отсканировать, и опять появится канал Малютка. Канал 1+1 Украина у нас здесь идет, канал опять Распакуй, уже этот канал мы видели, это рекламный, потом канал Надия. Это религиозный канал. Канал Солнце UA. Интересный канал с фильмами. Пятый канал Украина. New Christian. Это религиозный канал. Соната. Канал UNC. Канал Прямой. У нас здесь идет в формате SD. Апостроф ТВ, дальше у нас Ви Украина, сейчас посмотрим, это мы Украина, дальше у нас канал Эспрессо ТВ, новостной канал Киев, так вот видим, это у нас канал Киев, ТВГ Интернешнл и ТВ Райн HD, это Дождь, он у нас кодирован. Азербайджанский канал Гюнас ТВ, CBN International, это религиозный, Vision Heaven, это тоже у нас религиозный, Deutsche Welle на немецком языке, немецкая волна, канал Белсат, белорусский канал, дальше у нас идет канал Интер на частоте 12.437, Интер формат HD. Дальше у нас идет НТН. Дальше у нас идет НТН формат HD. Канал Мега. Канал Мега HD. Канал К1. К1 HD. HD вообще картинка отличная. Канал К2. К2 HD, Zoom, Zoom HD, Pixel мультики, Pixel формат HD, Enterfilm, Enterfilm HD, Интер Плюс у нас идет формат HD. Ну и вот такие каналы. Вот сколько каналов всего можно смотреть бесплатно со спутников Amos и Sirius. Я насчитал 129 каналов, поэтому сейчас очень много открытых, отличных каналов. Поэтому сканируйте свои ресиверы, настраивайте. Ну и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк, это мне тоже поможет продвинуть канал. И всем спасибо за просмотр и до новых встреч.